Вместо того, чтобы свечи зажигать, шабат таким, пожар звонить по телефону. Кто звонит? Вася? Что хотели? Приехать на Пурим? Зачем? Деньгами. Приезжайте, будем ждем. Деньгами, Вася, приезжай, деньгами, Вася, день, Вася, Вася, Тия, Дося, папа, шок, не шок, это мне, к нам приезжает Вася, ну и шок, как ну и шок, она с деньгами приезжает. Вася и деньгами. Ой, вы шутите. Я когда-нибудь шутил деньгами? Кидал, у горе. Я говорю, с деньгами, так и да. Так что, готовить кушать? Кушать? Какой кушать? Дорого. Поставим мне есть спектакль и встретим весело. Деньги не потратим, а ну так и всех остальных. А ребяточка, где папа? Пурим. Пурим. А что за праздник? Что там был за кипиш? Сдается мне, что был там некий пролетарий Мордыхай. Его племянница эстер. Царёк сирийский и его дружбан, антисемит, Аман. По совместительству министр. Дядя Вася, дядя Вася, дядя Вася, что там дали, они не хотели сказать. Тише! Тише! И если Тиля не успела вам рассказать, то я вам расскажу. А что хотел вам рассказать? Я что хотел сказать? А, к нам приезжает Вася. Ну что, Бердичева, вы знаете ее. На этот раз с деньгами приезжает. Вася и с деньгами? С деньгами, так и да. Ну, надо встретить. Ну, так, чтоб ей за нас не было стыдно. Давайте ей покажем. Будем шпить. А что вы все притихли, как будто это слово слышите впервые? Покажем ей семейный Пуримшпиль. Все очень просто. Я в этом маленьком спектакле буду играть героя Мордыхая. Ну, знаете того героя, что помогал спасать Израиль от рук коварного Амана? Ты, Тилечка, будешь эстер, племянницей того героя, что помогал спасать Израиль от рук коварного Амана. Твой Эдик будет царь. Ну, муж, племянницей того героя, что помогал спасать Израиль от рук коварного Амана. А Олимпиадочку мы сделаем женой министра. Антисемита. Ну, того, что был на службе у царя, который мужем был эстер, племянницей того героя, что помогал спасать Израиль от рук коварного Амана. А кто у нас будет на дома? Ну, тот антисемит, что был на службе у царя, что мужем был эстер, племянницей того героя, что помогал спасать Израиль от рук коварного Амана. О!
Федор Астрапович, мы свои, сейчас ты вовремя, у нас дело до тебя. А что за дело? Чем могу? Опять на мне? Жениться! И на маршрутку денег нет. За то, что
там сильный зной, за то, что холодно зимой, за то, что идиот. Ой. За то, что дорогой же бензин. Дорогой, да. И дорогой. Послушай, Кейтса, дорогая, давай погубим Мордыхая. Ты мыслишь мелко. Он умрет. Давай погубим весь народ. Иди. Эй, не верю, галки. Иди. Народец этот, известен, ленивый,
Есть среди них один урод. Не хочет даже шляпы снять. Казнитель, что там рассуждаете? Вот молодец! Вот умный царь! Придурок редкий. Не понял. Смотрите, он не понял. Что ты не понял? На чем поставил ты печать? Ты соображаешь, дорогой? Или все мозги уже пропил? Как наградить того, кто верно мне служил, кто кланялся, рабом хорошим был? Не хуже Ахашвирошу я по нраву. Я того б я лошадью, пожалуй, одарил. И дать ему наложницу подругу и дюжину костюмов молодцу. А может и венец на тебя другу? Да, думаю, размерчик по венцу. А мальчик, позови ко мне того, кто кланяться не хочет и шляпы не снимает, негодяй. А ну, входи сюда, несчастный. Входи, входи, не бойся. Вас там ждут, здесь. Вот он, царь, вот. Ба, так это наш мартыха! Так этот кланяться не хочет. Вот наглец. Да он же мне родня. Ты, может, заставишь кланяться меня? Да ты шо? Вот это попадон. Царь не в родне. Так может поклониться мне? Нет. Все, Аман. Уж поздно пить боржоми. Хотел на шарика конячку получить. Получишь то, что для другого приготовил. Царь издал другой указ. Евреям этим очень подсобил не то, что он от смерти спас, и даже мы и зараницу разрешил. Кто там? Здравствуйте. Right.
Я не тумбельник.